Всем привет! Вы на канале Вифлория. И сегодня мы будем рассматривать мои алоказии. У меня их значительно меньше, чем филодендронов. Не так они у меня красиво и пышно выглядят, что меня очень расстраивает. И я пытаюсь найти к ним подход, чтобы как-то улучшить их состояние. Сейчас я пересадила все свои алоказии на минеральный грунт и на фитиль. И я увидела разницу. Мне понравился этот эксперимент. Растения показали хорошие результаты. Где были листики такие уже хотели увидать, вдруг поднялись. Новые листики зародились, начали пробиваться. Ну, видно сразу по алоказии, как она ожила, как она подняла листья, как она прямо ожила. И вот хочу дать совет тем, у кого это растение растет в обычном грунте и остановилось в росте, или держит там два листочка. Поменяйте грунт, пересадите на фитиль минеральный грунт, и вы увидите, как все изменится. Я сама была к этому так скептически настроена, мне не очень нравился этот грунт вообще, мне казалось, что все-таки в обычном растению лучше, причем что я делаю грунт и воздухопроницаемый, и легкий, и питательный, и в общем все-все-все, но нет, алоказия проявила себя именно в минеральном на фитиле. Я буду сейчас показывать свои росточки, растюшки, и маленькие, которые у меня есть, совсем деточки, и уже большие, крупномеры. Так что садитесь поудобнее, мы начнем. Начну я свой обзор с вот этого крупномера. Это алоказия Regal Shields. Вот так она выглядит. Она очень большая. Растет она огромная. Лопухи у нее очень большие. Вот это вот свежий лист вышел. Вот только-только вышел, раскрылся. Посмотрите, какой он огромный. Вот рука. И вот лист. Очень большой. Предыдущий тоже громадный. Вот он у меня на полу и пушистый. Обратная сторона у него очень красивая. Она такая коричнево-бордовая с салатовыми прожилками. Смотрите, какая красота у нее с обратной стороны. Прям бордовый. И сам лист, он как будто такой шелковый или сатиновый. Такой вот он имеет небольшой блеск. Не знаю, смогу ли я показать. Передаст ли камера, может, на молодом листе. Вот он так переливается. Красивое растение, красивая алоказия. У меня есть махонькая деточка. Сейчас я покажу ее. Вот деточка. Листики еще маленькие. Ну вот, я ее пересадила тоже на фитиль в стаканчике. Она у меня в двух стаканчиках. Вот так вот. И вот уже зарождается следующий лист сразу же. Сразу же начал. Сейчас. Вот. Вот обратная сторона. Листика красивая.
Alakazia Regal Shield. Для нее, конечно, нужно место. Если мало места в квартире, то она займет полкомнаты. Так что, заводя это растение, нужно помнить о том, что это крупномер, и она будет очень больших размеров. Дальше хочу показать алоказию. На мокрое сейчас слюд ставит. Так, вот эту. Почему я говорю вот эту, а не говорю название? Потому что я не могу никак определить ее название. Я ее покупала как Corazon. Но на Corazon она не похожа. И по форме листа, и по расцветке, и фактуре листа. Ну, то есть, смотрю, что это не она. И она более такая плоская, что ли. Мне больше она напоминает Небулу. Алоказию Небула. Или Небула. Без понятия, как правильно произносить. Ну вот. Ну, вот она мне ее больше напоминает. Но тоже есть нюансы. Вот у Небулы вот как раз ствол вот в такие вот точечки. Покажу. Такие вот. А у Corazon этого вроде как нет. У меня просто нет алоказии Corazon, и я, ну, просто по другим видео, по фото пыталась найти правильное название этой алоказии. Но я его так и не могу. Смотрю, похоже на одну, но тоже не то. Похоже на другую, и тоже там есть нюанс. В общем, если кто-то знает название этой алоказии, все-таки на что она похожа, но покупала как Corazon. Без понятия, не знаю. Вот. Обратная сторона ее вот такая. На стволе вон точечки. Безымянная алоказия моя. Тоже стала она выглядеть получше на фитиле, но тоже еще не до конца она окрепла. Она то поднимет листики, ну, их наберет, то что-то опять, смотрю, они висят. И пока такое, пока адаптация у этой алоказии. Но молодой лист нормально, все нормально, растет, крепенький. А вот эти два, я так понимаю, они, конечно же, большие, крупные, им тяжело наполнить их жидкостью. Но вроде как я их и держу там, где вот влага, в керамзите, и тут увлажнитель у меня, но все равно что-то оно никак не адаптируется. Может быть, когда я найду ее название, ей станет лучше. Дальше. Алоказия макрориза. Вот такая она. Вышли вот два молодых листа. Она у меня немного многострадальная. На нее два раза нападал клещ. Два раза она у меня начинала расти и снова затухала из-за него. Я ее обрабатывала, потом убрала в сторону, во-первых, от других цветов. И она вроде как улучшила свое состояние, начала расти. И потом снова, как говорится, 5-25. И немножко ее опять поели. Не знаю, будет ли видно. Вот здесь вот такие мелкие точечки. Ну, вот сейчас она прошла у меня хорошую обработку. Пересажена в минеральный грунт. И вот, наконец-то, я увидела, что она пошла прекрасно расти. Выдала два шикарных листа молодых.
и они уже так набирают свой размер. А то такие махонькие и останавливались. Такие маленькие выйдут и останавливаются. А сейчас уже вот начинают догонять предыдущие и перегонять. Это хорошо. Она тоже должна быть крупная. Растение должно быть большое. Мне это очень нравится. Я ее и брала для того, чтобы сидеть под лопухами. Но лопухов пока я не наблюдаю. Ну, движемся к этому мелкими шажочками. Ну, вот сейчас результат вижу хороший. Так что, надеюсь, все будет в том же духе и все-таки будут лопухи. Хочу еще очень варигатную форму этого растения. Ну, а пока вот у меня только зелененькая, красивенькая. Поехали дальше. Продолжаем о многострадальных алоказиях. Вот это алоказия Венти. Когда-то, вот этот лист вообще ужасный, когда-то она у меня держала 7 листов. Можно увидеть, какой у нее ствол был вот внизу, толстый, большой. Сейчас насколько уменьшилось. Вот такой вот, видите, был большой. И она держала по 7 листов. А потом что-то пошло не так, и ей что-то не понравилось. Она начала сбрасывать лист за листом. И оставила вот 3-4, 2-3-4. Ну, 3-4 листа она держит. Я просто сняла один, уже там начал увидать. Этот мне немножко покоцали. Поэтому он такой ужасный. Вот эти два листика вроде ничего, нормальные. Обратная сторона у нее вот такая вот насыщенно темная, коричнево-бордовая. Даже прожилки тоже бордовые такие. Такое вот красивое растение. Вот, но вот сейчас я ее тоже пересадила. Она мне листья подняла. Я вижу, что они такие стали здоровее выглядеть. И жду, что она начнет расти. Ну, она начала расти. Вот там вот уже сразу же выдает лист. Сейчас я покажу вам. Вот, моментально. Вот я ее недавно пересадила, вот сразу же лист. То есть она очень хорошо приняла мою пересадку. Даже не поболела. А наоборот, листья напряглись, такие вверх стали смотреть. И выдала мне листочек, выдает. Поэтому я вижу, что все с ней будет хорошо. Может быть, вернутся те времена, когда она держала по 7 листов. У меня с ней много видео было. В ТикТоке я их выкладывала. Вот, может быть, прикреплю здесь, как она выглядела красиво и что сейчас. Но ничего, я не теряю надежды, что она вернется в свое предыдущее состояние. Так, дальше. Алоказия Мэла. Пока что не могу сказать, что она прямо ах. Ну вот держит 2 листа. И не знаю, как будет дальше. Но она очень красивая. Мне так нравится эта алоказия. Ее фактура листа просто... Сейчас я настрою еще здесь. Какой красивый у нее лист. Он как пластмассовый вообще. Ну, у алоказии у многих такие листья, но... Вот Мэла вообще... Нравится мне он. Очень хочу, чтобы он начал расти нормально. Не вот эти вот два листика, а вот
чтобы больше было. Ну, пока, как говорится, что имеем. Этот лист вот такой. Немного как недоразвернулся, что ли. Алаказия Мэлла. Алаказия Поли. Кто ее не знает? Ее знают все. Не знаю, как-то она мне не очень заходила раньше. Я думаю, ну что это за какой-то пластик? Не нравилась она мне. Потом думаю, ну как это, у всех есть. Надо, чтобы и у меня было. И я ее себе купила. Ну ничего, мне нравится. Правда, тоже, когда покупаешь, пока они адаптируются, пока они приживутся. Вот лист пришел такой подвявший, молодой. Ну и вот так вот он, наверное, у меня зачахнет. Хоть бы новый выпустил. Обратная сторона, посмотрите, какая красивая. Ну, эти растения, алаказии, они вообще очень впечатляют своими красками, фактурой, расцветкой листа. Очень красивое растение. Но надо к ним приспособиться. Вот. Я надеюсь, я не теряю надежды, что у меня будут они расти очень пышно и красиво. Алаказия Black Magic. Алаказия с черными листьями. Смотрите на этот лист. Он невероятно красив. У меня в последнее время вообще такая тяга к растениям с черными листами. Прямо хочу много себе разных видов. И вот одно из них было желание купить Black Magic. Искала, нашла в закупках, что можно приобрести. Приобрела. Но так как это была зима, холодно, пришло растение. Немножко, наверное, подвявшее, замерзшее. И вот молодой лист, который был, он не выжил. Пришлось мне срезать его, он повял. И сейчас вот там можно увидеть, вот идет следующий лист. Я очень его жду. Хочется, чтобы это растение росло красиво. Тоже вот пересадила я его в грунт этот. Лист вот сразу, вот они были вот так вот поникшие все, вот лист сразу поднялся, этот пытается подниматься, потому что он вообще висел, уже тоже немножко начинает потихонечку тянуться вверх к свету, потому что я хочу, чтобы они поднялись вверх, потому что чтобы не висели вот так вот. Ну, алаказия красивая, она очень красивая, она так переливается на свету, вот таким медным отливом, тоже таким коричневато-бордовым отливом. Так, вроде смотришь, она черная, а на свету она переливается оттенками разным, коричневыми оттенками. Трудно показать. И солнышка нет, чтобы оно подсветило. Ну, очень красивая. Вот обратная сторона листа. Красивейший цвет. Так что я жду, когда выйдет новый лист, и подымутся немножко вот так вот. Вот эти листики, которые были приспущены. Но прогресс уже пошел, а
она уже немножко оправилась. Раз выдает новый лист. Black Magic. Вот такая вот красота. Черный. Это он так отсвечивает. А вообще он черный лист. Сейчас я уберу куда-нибудь в сторону. Не, так трудно показать. Кажется, что он зеленый, но он не зеленый, он черный. Просто играет оттенками черный, какой-то коричневый пробивает, зеленый. Вот такой листик красивый. Дальше. С Black Magic приехал ко мне Antora Velvet. Тоже растение с черными листами, но они такие опушенные, немножко другой формы. Это детка. Растение не выжило. То есть я заказывала их зимой, и что вот тот еле-еле оправился, а этот не выжил. Он мог жить только у меня в парничке, но потом и в парничке он не выжил. И осталась только вот детка. Вот тут я срезать пришлось, потому что оно начало там подгнивать. И вот выпустил новый листик. Может, из детки что-то вырастет. Пока оно зеленое, но лист у него тоже черный, опушенный такой. Не знаю, может, будет видно пушочек. Когда берешь, прям пушистый лист. Antora Velvet называется. Так, дальше. Так, дальше по деточкам. Фрайдек варигатный. Деточка маленькая еще, но яркая. Яркая, и сразу грунт такой, как я говорила, минеральный, сразу же присадила. И все, пусть привыкает. Думаю, что вот этот лист уже хочет уходить. Ну, пока держится. Очень хотела этот фрайдек. Наконец-то решилась и приобрела. Вот такая яркая деточка. Листики такие нежные. И еще что-то прямо страшно дотрагиваться до него. Она у меня пока стоит в парничке в моем, в тепличке. И там пытается начать развиваться, потому что корешки должны привыкнуть к другому грунту. Листикам нужна влага, и он у меня в тепличке стоит. Алоказия Чартниери. Такой у нее красивый лист. Обратная сторона такая бордовая, темная. Второй лист мне вот такой вот сделал. Но это еще произошло до пересадки в минеральный. То есть это в обычном грунте у меня вот такое вот произошло. Наверное, может быть, залив, перелив, и она у меня вот такое выдала. А вот, я сейчас ее пересадила, и пока что все прекрасно. Все прекрасно, надеюсь, даст мне новые листья. Пока что ничего нету, но я надеюсь, будет такая локация. Красивая. Такие у него листья плотные, прожилки как будто вдавленные.
Но пока два листа, к сожалению. Дальше. Алаказия Джаклин. Вот она у меня. То долго стояла, не росла. Очень долго. Потом выдала вот такой красивейший лист, большой. Больше ладошки. А предыдущий начала сушить. Я ее быстренько тоже в минеральный грунт. И вот этот вот листик уже был так вот, висел. И смотрю, поднялся. Я думаю, что он еще чуть-чуть поживет. Хоть он и желтенький весь, но он поднялся. То есть она показала, что ей понравилось. Красивая алаказия, очень интересная, у нее такой шершавый лист и чуть-чуть опушенный. Пушок прям виден. Алаказия Жаклин. Дальше. Алаказия медная. Будем к ней заглядывать. У нее листики опущены вниз. Листики. Очень красивая алаказия. Вот ее большой лист. Чего-то она их подвернула вниз. Все листья. Хотя они очень, ну, такие плотные. Но она стоит на окне, уже солнышко. Вот солнышко, она отвернулась, не знаю. Здесь листья пришли немножко. Такие травмированные. Но ничего. Тоже ее посадила на камушки. Ее обратная сторона. И вот она мне выпускает листочек. Его совсем не было. Он вот так проклюнулся хорошо. Все хорошо. Лист развернется. Должен быть крупным. Предыдущий. Вот этот большой. Значит, следующий должен быть тоже такой же большой. Алаказия медная. Ну, алаказий некрасивых, наверное, нет. Все они очень эффектные. Алаказия Портадора. Такая кучеряшка. Этот лист так и не развернул. Такой кучерявый остался. Это тоже. Она у меня была очень большая. Держала 7 листов. А потом вырастила детку, которую я решила отсадить. И когда я ее отсаживала, наверное, я что-то повредила. Либо корни, либо ей это не понравилось. И все, и она начала выбрасывать листья. Вы видите, какой ствол был толстый, большой. И держала много-много листов. Стал такой тоненький. Все поскидывала, поскидывала. И теперь вот, когда она растит детку, я уже ничего не трогаю. Пускай растит, пускай растут вместе, будет пышнее. Она растет хорошо, постоянно выдает новый лист. Она у меня в обычном грунте, и я не хочу ее трогать, потому что ей не нравится, когда ее трогают.
Вот, она активно растет, значит, ей все устраивает. Единственное, что она уже не держит так много листов, и не такие они у нее лопухи. Там были у меня такие большие широкие лопухи, сейчас какие-то такие вот они пожмяканные, узенькие стали. Какие-то такие немножко деформированные. Вот. Такая алоказия. Алоказия Golden Bonnet. Или Bonnet, или Golden Bonnet. Не знаю, как правильно ударение ставить. Но она очень красивая. Очень. Вот этот лист только-только развернулся. Еще такой нежный-нежный-нежный. Тоненький. Он еще набирает свою полный размер, еще не дошел он до нужного, пока еще растет. А вот этот вот лист был предыдущий, посмотрите, какая красивая у него обратная сторона. Он такой красивый, я его очень люблю, или ее. Алоказия шикарная, причем она ко мне, когда приехала, я ее сразу же посадила на минерал, на минералы, и она никак вообще не показала, что какая-то была пересадка, вообще не отреагировала, очень красиво дальше себе держала листья плотными, листья смотрели вверх, никуда она не опускала. То есть ей изначально все понравилось, как только ее пересадили, она вот этот лист начала раскрывать. То есть он был, торчал махонький, но вот она тут же его раскрыла, то есть все хорошо. Красота. Алоказия из моих любимых, потому что она действительно радует, а не трепет нервы. А она красивая очень. Gold Bonnet или Bonnet, не знаю. Она тоже такая, как сатиновая, переливает, или атласная. В общем, она переливается вся. Тень. Дальше покажу еще вот этого заморыша. Это Silver Dragon. Видите, он поскручивал листья, и ему срочно нужна тепличка. Срочно нужна тепличка. Причем все было хорошо, пошел в рост этот лист. Я еще посмотрела, думаю, о, супер лист вышел, все нормально, эти такие плотненькие. А сегодня смотрю, приехали. Не понимаю, что такое, что произошло. Посмотрю, есть ли водичка. Водичка как бы уже закончилась, но фитиль еще мокрый. И влажный грунт, то есть в принципе не в водичке дело. Так что сейчас она прямиком в тепличку. И будем ее приводить в чувство. Алоказия шкура дракона, Dragon Scale. Ну, это мое растение домашнее. Вот он у меня стоял с этими двумя листами очень долго. Они вот так вот, как вот этот лист, обе стороны были повернуты. И пересадив его в грунт, этот минеральный, он сразу же поднял лист вот так вверх. И там что-то начало зарождаться, то есть какой-то листик собирается разворачиваться. Так что я жду. Этот я докупила
понимаю, что мой что-то тугоду, думаю, куплю я еще. Потому что мне нравится это растение. Оно очень красивое, яркое, необычное. Но что-то оно у меня никак не начнет расти. Я решила себе купить еще один. Здесь было две детки. Одна уже благополучно завернулась. А вот это еще как-то так держится. Что-то пытается тут выдавать. Вот. Но не знаю. Возможно, тоже надо поставить тепличку. Может быть, и ему надо пока адаптируются корни листьям, чтобы поступала какая-то влага. Поэтому я, наверное, ее тоже в тепличку отправлю. Дальше. Black Velvet. Это всякие обработки мои так на листьях сказались, потому что листья бархатные, и вымыть невозможно. Так, Black Velvet тоже. Стояла. Сейчас пересадила. Вот развернул лист. Молодой. Ну, не знаю. Может, пойдет в рост. Black Velvet. Пока не вижу новенького ничего. Но тут только раскрылся этот лист. Поэтому... Black Velvet. Алаказия Платинум. Приехала ко мне из Голландии. В торфе. И вот я как достала из торфа, так не разделяла ничего. Посмотрите, сколько всего она выдает. Я когда увидела, что она так буйно растет, то есть их два, одна детка, одно основное растение и детка. Возле детки уже вышел новый лист. Дальше. Тут тоже лезет лист. Вот еще. Я вот думаю, чем они поливают там таким... какими-то гормонами, наверное, что они так буйно растут. Тут я, вон, мало, допустим, два листа, не могу никак, дракон, не могу никак вырастить хоть еще один. А здесь такое буйство роста. Ну, ясное дело, что какая-то идет подпитка им. Скорее всего, вот растет лист. Большой. Сам он очень красивый, действительно, как платина такого серебристого цвета. Обратная сторона такая зеленовато-салатовая. Вот. Он выглядит. Решила, хочу, чтобы он был пышный. Не буду ничего рассаживать, отсаживать. Во-первых, это травмирует его. И начнется вот это вот не расти. Поэтому я ничего не трогала. Перевалила. Ну, промыла, конечно же, корни, чтобы пересадить в минеральный грунт. И вот так вот все вместе и посадила. Ничего растет. Вот он вообще тоже никак не отреагировал, растет. Смотрю, все, что торчало чуть-чуть из земли, вот пошло раскрываться. Этот лист уже раскрывается. Красота. Ну вот есть растения в алаказиях, которые действительно радуют красивым ростом. Сейчас... искать куда-то делать. Вот, а обычно он у меня по два листика и никак.
голландское растение. И очень хорошо приехала. Растет активно, ничего не умирает, ничего не попортил, никакие листья не опустил. Супер. Вот ним я довольна. Алаказия Metalhead. Metalhead. Очень она мне нравится, эта алаказия. У него такой темно-зеленый лист. У листа такая окантовка идет. Такая она темно-темно-фиолетовая. Она, да, имеет такой металлический оттенок. Обратная сторона у нее. Трудно показать. Такой серый фиолет. Фиолетово-серый с металлическим вот таким оттенком. Вот он переливается таким металлическим цветом. Красивая очень алаказия. Прожилки у нее такие фиолетовые тоже, такие насыщенные фиолетовые. Видите, как она переливается? У меня вот такой вот есть металлический оттенок. Вот камера не передает, как надо. А он такой серый цвет с чуть-чуть фиолетом. Здесь на камере я не вижу, чтобы такой прям серый был. Это тоже такая, она крупномерная, а вырастает большой, листья огромные. И она уже у меня такая вот крупненькая, выпускает уже домашний лист. Вот этот был лист, развернулся, и вот уже после пересадки моей, имею в виду, вот выше выходит листик. Жду его. Он, наверное, будет очень красивый. Развернется он должен быть еще больше, чем предыдущий. Предыдущий, смотрите, какой большой. Вот моя рука и лист. То есть листья, как лопухи, такие большие. Вот такая фиолетовая прожилочка. И у нее металлический отлив. И вот эта окантовочка, каемочка на листиках. Ну просто прелесть. Хорошенький. Тоже абсолютно беспроблемная алаказия. Приехала, посадила, пересадила, растет дальше. И тут же листья подняла. И вперед, без всяких стопов, без. Вот видно, когда как отливает серым. Такой металлический отлив. Серо-фиолетовый отлив. Интересная алаказия. Вот. Очень интересная. И будет очень большая. Фиолетовые стволы, ствол и черешки у нее вот такие вот фиолетовые. Классная алаказия. Так, все. Ну и напоследок покажу вам свое чудо чудесное. Это алаказия. Вот новый лист ее. Алаказия маска фараона. Вот новый лист. К сожалению, предыдущий, который был, отвалился. Это тоже лист новый. Это деточка и новый лист.
И вот выпускает следующий. Кстати, растет она очень-очень быстро. Не успел один лист открыться, уже сразу же выпускают следующий. У этого листа тоже уже там надулось, скоро будет ползти листик. Так что колоказия это очень стремительно растет. Кстати, мне сказали, что если летом ее высадить в открытый грунт на воздух, то она покажет все, на что способна, и очень порадует. Я хочу попробовать и посмотреть, что из этого получится. Но пока вот что-то выходит такое интересное, мне вот интересно наблюдать. Очень экзотическое. Причем быстро растет. Хотелось бы, конечно, чтобы листья были, ну, набирались побольше, но пока они молоденькие, пусть пока так. Главное, что растет. Вот такая красота. Ну, на этом все. Я вам показала все свои алоказии, красивые и не очень. Ну, надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите на канал. Кому интересно следить за моими новинками, новыми поступлениями, распаковочками, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Скоро на этих даже выходных будет большая поставка из Голландии растений, которые будут на продажу выставлены. Это будут агланемы, филодендроны, алоказии. Жду вас. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, на телеграм-канал. Рада вас всех видеть и до новых встреч!